Десятки и даже сотни обращений на горячую линию «Беларусь-4» не дают надолго оставить в стороне тему защиты прав потребителя. И это понятно, ведь это истории, которые касаются каждого. Правовой ликбез и размышления о нашей правовой грамотности прямо сейчас. Это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы, наш постоянный эксперт, заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Галина Горбачевская. Галина Николаевна, рад видеть. Добро пожаловать. Здравствуйте. Адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов Сергей Краснов. Сергей Александрович. Добрый день. Добро пожаловать. Председатель Гомельской городской организации общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителя» Людмила Бешенко. Людмила Ивановна. Милости просим. И государственный судебный эксперт Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области Татьяна Дроздова. Татьяна Ивановна, добро пожаловать. Итак, закон о защите прав потребителя в новой редакции вступает в силу 23 декабря 2018-го. Понятно, что обывателю не всегда легко сразу разобраться во всех тонкостях законотворчества. Что бы посоветовали нашим зрителям, Сергей Александрович? Ну, скажем так, для начала я бы посоветовал в любой ситуации успокоиться. Вот, эмоции – это не самое главное. И самое главное – это обратиться к специалисту. То есть прийти в любую юридическую консультацию, обратиться к адвокату, вот, и спросить, как поступить в такой ситуации. Вот. Как любой спор, ведь самое главное, любой спор решить мирным путем. Вот. Как его можно уладить? Да, к специалисту. Но к специалисту мы обращаемся тогда, когда у нас происходит конфликт. Для начала, когда у потребителя возникает вопрос, нужно обратиться к исполнителю либо к продавцу. Это самый первый шаг. Предъявить свою претензию в адрес производителя, в адрес продавца, в адрес исполнителя. Не достигается соглашение или уже на начальном этапе мы не знаем, как действовать. Вот тогда мы обращаемся к специалисту. Потому что по сути своей и закон нацеливает на то, что все претензии будут четко регламентированно удовлетворяться. Либо отклоняться, но опять-таки четко регламентированно. Моя коллега Наталья Каприленко собрала в одном материале сразу несколько невыдуманных историй, в которых оказались гомельчане. Давайте посмотрим, сразу после чего вернемся в студию и продолжим. Головой лечь, например, вот так вот, да? Вот. Я уже не могу, потому что это, ну, материал, вот так приходится все делать. Виталий из Гомеля проводит несложный бытовой эксперимент. Материал обивки углового дивана стерся именно в местах, где чаще всего располагается тело отдыхающего человека. Мягкой мебели и не какой-нибудь, а премиум-класса. 4 года. Изначально модель дивана шла в тканевой обивке, но в магазине предложили приобрести мебель в практичном кожзаме. Началось с маленького кусочка, вздутие появилось. Ну, вздутие, как бы, проходит несколько дней, и уже все начинает больше. И вот результат. Ну, это уже прошло, можно сказать, полгода. Магазин говорит, что вы, наверное, тряпочкой протерли, спиртиком погладили, еще что-то. А я объясняю, что я тут не гладил, ну, тут невозможно как бы гладить. Диалога между продавцом и покупателем не вышло. Виталий обратился в общество по защите прав потребителя, ведь точно знал, несмотря на то, что гарантийный срок 18 месяцев истек, есть установленный период эксплуатации мягкой мебели – 10 лет. Кроме продавца дивана, к решению проблемы подключили и производителя мягкой мебели. На первой экспертизе установили, товар имеет скорую износостойкость. Но заключение вынесли только в отношении мягкой мебели в целом. Стороны пришли к единому мнению – нужна повторная экспертиза именно обивки мебели. После 2 экспертиз и судебных тяжб Виталий все же доказал, что он, как потребитель, пострадал от некачественного товара. Так как-нибудь, может, вот так вот. Жестокий телефонный краш-тест теперь можно проводить совершенно спокойно. Телефон Сергея после случайного пикирования с дивана 1,5 года назад больше никогда так и не зазвонил. А ведь тогда, за 3 дня до рокового падения, экран аппарата обработали специальным защитным покрытием. Сотрудницы частной фирмы предложили купить жидкое средство для экрана телефона, которое якобы защитит гаджет от ударов молотком и царапин гвоздями. За волшебную жидкость Сергей заплатил 22 рубля.
Девушка намазала пальцем буквально какой-то водой непонятной на него. И все, говорит, сутки не пользуйся, покрытие высохнет и будет, как говорится, бомба. Появились царапины ключами, где-то там в сумке, в кармане было. А потом буквально через, там еще через 3 дня, просто дома от обычного пользования, сидя на диване, он у меня выпал с рук на ламинат, ну с высоты не более там 30-40 сантиметров. Покажите. И, да, вот тут, ну, скажите. Просто упал телефон с такой примерно высоты на пол, и появились вот такие вещи. Сергей сохранил чек об оплате услуги, хотел вернуть потраченные деньги, но не тут-то было. Фирме по продаже чудо-жидкости на звонки гомельчанина никто не отвечал. На письменные претензии, составленные юристом Общества защиты прав потребителя, никто не реагировал. Сергей заснял на видео, как девушки рекламируют товар в торговом центре, сделал экспертизу разбитого телефона и пошел со своими доказательствами в суд. На суд также неоднократно он не являлся, то есть, ну, ответчик и суд заочным решением вынес постановление о том, что возместить все убытки, ущерб моральный, материальный в пользу Общества защиты прав потребителей и меня как истца. Решение суда. Фирма-распространитель должна выплатить Сергею 317 рублей. Но так как долгое время потребитель никак не мог взыскать положенную сумму, у него появился шанс обратиться с иском в суд об увеличении периода просрочки и взыскать куда большие деньги. Попалась на заманчивую рекламу и гомельчанка Ольга. Приобрела моющий пылесос за 2700 рублей, но уверяет, что не помнит, как вообще решилась на покупку и подписала договор на рассрочку платежа. Позвонили домой на домашний телефон, вот, пригласили на презентацию. Начинают рассказывать, показывать, там ему помогая помощник, как он хорошо чистит, вот, ковер, на ковер выливают, как он все это счищает, как досуха это. Короче, все, я вовлекаюсь в это все. Потом они раздают вот эти визиточки, которые вот здесь у меня прикреплена. Вот. У кого шестерка? Он достал, показал так, 6. Ну, конечно, попалась у меня, не знаю почему. Они, ой, как хорошо, это же очень-очень большая скидка. Короче, у меня вообще как-то так, ну, не знаю я все это, или гипноз. Дома от маркетинговых чар Ольга очнулась. Несколько недель не могла дозвониться до фирмы-распространителей пылесоса. Когда все же связалась с ними, узнала, подписанный договор расторгнуть нельзя. Законный срок возврата товара 14 дней истек. Предложили либо отсрочку по платежам, либо продлить рассрочку еще на полгода. Многие знакомые советовали Ольге отнести пылесос в милицию и написать заявление о мошенничестве. В таких делах доказать нарушение закона не получится. Распространители товара представляли официально зарегистрированную фирму и не скрывали стоимость товара в договоре, под которым подписалась гомельчанка. Итак, уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Татьяна Ивановна. По поводу мягкой мебели, то действительно такие вот обращения к нам очень частые. Именно представляются как эко-кожа и именно вот такие дефекты. Но в данном случае нужен определенный обязательно осмотр, исследование этой мебели, потому что дефект может проявляться как по причине нарушений правил потребителя, это тут и совокупность каких-то факторов, и световые, и какие-то химические воздействия, так и в результате применения некачественных материалов. В данном случае, конечно, нужна эта экспертиза, имеет место. Как считаете, такое количество обращений вот по мебели, в том числе по мягкой мебели, да и большое, я знаю, количество обращений связано с корпусной мебелью некачественной, в том числе потому, что люди ищут где подешевле, и вот в следующих годах пользования в первые дни не думают? Ну да, люди заключают, ищут где подешевле, заключают с непроверенными изготовителями, даже не заключают договора. Вот я столкнулась с тем, что очень много просто в устной форме. Заключили, посоветовали, пришел там такой умелец с феноменальной памятью, которая помнит все 30 объектов, которые входят в состав набора, каких они размеров, и потом в итоге, получается, проходит какое-то время, ясное дело, что проявляются дефекты, связанные
с несоответствием функциональных размеров, проверить не предоставляется возможно, потому что эскиз не составляется, либо он составляется, этот эскиз, с исправлениями. Исправления никак не оговорены. Ничего не фиксируется, да, и доказать непонятно, очень сложно. Какие материалы применяются, непонятно, какая фурнитура, непонятно с цветом иногда, очень часто вопросы с цветом фасадных и иных поверхностей. Людмила Ивановна, знакомая история, практически каждая для вас. Мы вели эти два дела. Первое по Савусю, это с диваном. Наш юрист Конюков, мы выиграли это дело. И с телефоном то же самое, это мы вели дело. А вот по поводу, хочу сказать, пылесоса. Таких обращений очень много потребителей. Это не только пылесосы, это подушки, одеяло, это посуда. Подушки, там... одеяло, посуда по $700 и выше за комплект? Да, вот и почему-то покупатели идут на поводу у этих продавцов и покупают. Их каким-то образом там зомбируют. То есть мы можем говорить, что им дают недостоверную информацию, либо ложную, то есть вводят в заблуждение. Но договора у этих организаций составлены так, что сложно к чему-то придраться. Мы пытаемся бороться, мы пишем претензии, даже вот одеяло-подушки – это товар, который можно вернуть в течение 14 дней. Но организация приехала из Гродно, она провела дегустацию, она по ушам проехала. Человек купил, потом пришел домой. Господи, да зачем мне эта подушка за $1000? Не хочу. Он звонит и говорит, ой, пожалуйста, давайте расторгнем договор. В течение 14 дней я имею право вернуть. Они говорят, да, мы вам не отказываем. Пожалуйста, привозите в Гродно. Это бабушка, которой 80 лет. Она нам звонит, говорит, детки, а как же я в Гродно повезу этот комплект? Он там вот такой большой. Итак, подушка остается у бабушки. То есть, по-вашему, это четко продуманная криминальная, скажем, прямо схема? Да, и я откровенно с этим поставщиком связывалась и говорила, вы мошенники, пожалуйста, я не знаю, как закрыть дорогу в наш город, но не приезжайте к нам больше. Вы нас оскорбляете, мы не мошенники, мы это все говорили людям. Ну что же вы, вот самый такой слой населения, бабушки, дедушки, незащищенный слой, они вводят эту информацию, покупают вот такие товары. Наш юрист пытается, сейчас я расскажу до конца, чтобы мы вот одной бабушке 80 лет, она говорит, я не могу ехать в Гродно. Мы сделали в торгово-промышленной палате экспертизу о том, что это товар новый, не бэушный, что ничего она не сделала. То есть по-хорошему его можно вернуть. Мы запаковали, поставили пломбы, отправили им. Оно до сих пор лежит, оно лежало на почте. Они не получают письма, эти организации, не получают претензии, не идут на почту, не получают документ. И точно так же они не получили этот товар. Он вернулся к нам. Он лежит сейчас на почте у нас, бабушка его тоже не забирает. Ну вот, готовим документы. Самое главное, что деньги потрачены, факт остается фактом. Галина Николаевна, Сергей Александрович, вот как вам истории про волшебную водичку, про чудо-пылесос за 2700 рублей? Таких историй немало, потому что мы не прочь быть обманутыми и очень хотим верить в чудеса. Касаемо пылесоса, ну, есть специализированные магазины. И когда звонят прийти на какую-то презентацию, ну, не сильно понимают, для чего туда идти. И у нас эти презентации, скажем, прямо собирают немалые аудитории, раз продажи идут, как мы видим, судя и по обращениям в том числе. Ну, человека приглашают на презентацию, говорят, для чего. То есть, если ему нужна эта бытовая техника, есть же магазины специализированные, с гарантией совсем. Более того, называется. Прошла презентация, прошла реклама, потом дают подписать договор, который мы здесь видели. И вот тут читайте внимательно условия договора. То, что вы подписываете. Сумму-то никто не скрывал. Все правильно. Галина Николаевна, вот... Они в это время еще говорят, а вам подарок вот за это, вот вам еще вот этот подарок, вот этот подарок, вот этот. А то, что это все включено в 2700, никто не думает. Это не подарки. Как человек подписывает, не читая, потом переворачивает лист, а там написано, это стоит столько, вот за это вы должны заплатить через день, за это через два, за это через три. То есть это тоже введение в заблуждение потребителя. Хотя тоже это сложно доказать. Я вот стараюсь немножко утрировать, говоря про чудо-водичку и чудо-пылесос. А тем не менее, за этими историями серьезная проблема, Галина Николаевна? Вы знаете, дело в том, что потребитель, когда вступает во взаимоотношения с исполнителем либо продавцом, он должен понимать, что он берет на себя такую же ответственность за приобретаемый товар, как и берет на себя ответственность продавец, исполнитель либо производитель. Ответственность одинаковая.
Вы покупаете товар, вы осознанно делаете свой выбор, вы осознанно подписываете договор, вы осознанно совершаете шаг. Если есть у кого-то сведения о том, что это мошенничество, либо это какое-то злоупотребление каким-то доверием и так далее, для этого существуют правоохранительные органы. И у меня большая просьба, если кто-то такими фактами обладает, подайте, пожалуйста, сведения в правоохранительные органы, потому что мошенники должны быть наказаны. Но если потребитель проявил, будем так говорить... Слабинку? Даже не слабинку, а какую-то, ну, понимаете, пошел на поводу у убеждения или у собственных мечтаний каких-то. Я не могу сказать. Вот в отношении пылесоса. Пылесос – это такой товар, который входит в перечень доброкачественных непродовольственных товаров, не подлежащих обмену. И сколько бы он ни стоил, 2 рубля или 22, или 2700, доброкачественный этот товар обмену и возврату не подлежит ни в 14 дней, ни в 30, ни в 40, ни во сколько. Он вообще не подлежит. Вы купили себе в собственность, осознанно совершили шаг. Он подлежит... после драки руками не машет. Абсолютно верно. Он подлежит только в том случае, если в нем будет установлен недостаток. Ну а мы двигаемся дальше. А вот еще несколько наиболее распространенных обращений на горячую линию Беларусь-4, которые мы объединили в несколько подгрупп и предлагаю сейчас их обсудить. Итак, просроченные продукты из магазина. Гамельченко Ирина пишет: с просрочкой сталкивается, наверное, каждая. Для меня всегда дилемма, стоит ли идти в магазин, портить себе настроение из-за какого-то йогурта или печенья, осуществляя возврат. А с другой ведь стороны, справедливость должна восторжествовать. А как по-вашему, Сергей Александрович? Я сам с таким сталкивался. Вот, ну, сильно пример рассказывать не буду. Купил продукт, пришел домой, снял вакуумную упаковку. Запах пошел на всю квартиру. Оделся, пошел в магазин. Не поленились? Что хоть это было и вечером, почти под закрытием. Справедливость как должна восторжествовать. Да, да, да. Вы да, уже пошел... понимали, что даже с вашими знаниями и образованием вы могли испортить себе вечер, настроение? Ну, в принципе, я это все прекрасно понимал, но, называется, не поленился. Вот эта вот человеческая лень многих заставляет, что этот сырок-творожок стоит копейки, бог с ним. Нет, я не поленился, пришел в магазин, показал, мне вернули деньги. И еще одна группа очень популярных и распространенных историй – спасительные фильтры для воды. Татьяна Ивановна, Людмила Ивановна, как удается ушлым продавцам так активно продвигать свою часто сомнительного качества продукцию? Историй очень много. И почему она сомнительна, объясню. Приходят люди к потребителям, красиво одетые, умно говорящие, проверяют водичку, говорят: посмотрите, вот у вас такая черная, вот у вас станет белая. Люди идут, во-первых, еще не все сказала, они представляются как государственные органы, что это государственная программа, что чуть ли не органы облсполкома, горосполкома заставляют вводить эти фильтры в целях заботы о здоровье человека, вы должны поставить себе эти фильтры. И люди многие идут на поводу, ставят верят фильтры, и платят. Верят и платят очень большие деньги за эти фильтры. Потом через день они опомнились, что это кредит, это рассрочка, и мы не можем платить. Звонят нам, просят, звонят в милицию. Милиция говорит, там обратитесь еще куда-то. Но милиция разбирается, правда, обратитесь еще куда-то. Они обращаются и спрашивают, что же делать. Мы, ну, естественно, рекомендуем написать претензию, написать, что вам не нужен этот товар. Пожалуйста, расторгните договор. Но фильтры уже поставлены. Тут кроме товара еще идет выполнение услуг, выполнение работы. Фильтры там уже врезаны. И просто так отказаться очень сложно. Поэтому мы придумали один способ, и я порекомендовала многим нашим потребителям, чем они воспользовались, обратиться в санстанцию, чтобы сделали забор воды. То есть из краника, где нет фильтра, из краника, где стоит фильтр. Результат меня саму удивил. Значит, в том кране, где поставили фильтр, вода оказалась не только неполезной, то есть она стала белой, без всяких примесей, но в ней отсутствовали примеси, полезные для здоровья человека, такие как там
медь, там железо, там какие-то. И это может являться серьезным доводом к возврату? Конечно. Человек заплатил за услугу, за товар, который не улучшил свойства воды, а может быть ухудшил для здоровья. Галина Николаевна, мы постарались, вот, на мой взгляд, наиболее топовые истории, в которых оказываются жители региона, да и Белоруссии в целом, обсудить. Вообще, в целом, большое ли количество обращений, связанных с претензиями на недобросовестную торговлю, приходится разбирать в управлении? Вообще обращений, количество обращений граждан, в том числе потребителей, в нашем управлении оно возросло. И в принципе мы делали мониторинг по всей республике, количество обращений возросло, особенно по защите прав потребителей. И не всегда мы говорим о том, что только мне не покупают товар, то есть мне не меняют купленный ранее товар или мне не устраняют какой-то недостаток. Очень большое количество обращений идет по вопросам приобретения товаров через интернет. И здесь мы уже давали комментарии неоднократно, и Министерство антимонопольного регулирования и торговли на своем сайте разместило определенную информацию. Что бы посоветовали зрителям? Действия, которые нужно сделать потребителю при приобретении товара через интернет-магазин. Прежде всего, выяснить, является ли та страничка, на которую зашел потребитель, интернет-магазином. Если товар предлагается и указана цена, значит, это интернет-магазин. Следующий вопрос. Интернет-магазин – это официально зарегистрированный или, будем говорить, его можно отнести к такому понятию, я его не очень люблю, как лжепредпринимательская деятельность. Как установить, зарегистрирован или не зарегистрирован данный интернет-магазин? На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли есть целый раздел. И по определенным признакам любой потребитель может установить, интернет-магазин есть в торговом реестре, значит, да. Нет в торговом реестре, стоит задуматься. Но в обывательском плане могу сказать, что всех должны настораживать сайты или интернет-магазины, доменное имя которых заканчивается на что-то, кроме как bel или buy. .bel.buy. Если мы видим, что это .bel.buy, это интернет-магазины, зарегистрированы в Республике Беларусь, и мы можем официально разыскать и продавца не только через глобальную сеть интернет, но и фактически. Если это иные страны и так далее, то потребитель должен понимать, какие риски он наберет на себя, вступая во взаимоотношения с такими сайтами. Людмила Ивановна, буквально коротко, много ли звонков вам и вашим коллегам поступает ежедневно от потребителей? Да, много в день, 10-20 звонков, и это обо всем. Мне легче сказать, о чем не спрашивают, чем о чем спрашивают. Все потребители хотят, так как мы оказываем услуги бесплатно, естественно, можно позвонить и любой вопрос выяснить. Пожалуйста, звоните. Но иногда такие вопросы, которые просто не в нашей компетенции, ну, я тогда отправляю куда-то в тот орган обратиться, куда может быть адресован этот вопрос. Скажите, а часто ли бывает, что вот с первых минут разговора, с первых предложений вам становится понятно, из опыта в том числе, что прав как раз-таки не позвонивший потребитель, а продавец? Готовы ли эту информацию слышать по ту сторону провода? Да, бывает такое. Некоторые потребители готовы. Например, купила я, женщина звонит, я маме купила телефон, но для нее там маленькие циферки или маленькие кнопочки. Я хочу его вернуть, а у меня не принимают. Я говорю, правильно, у вас не принимают. Так как сложный технический товар, вы сделали свой выбор, и вы не можете его просто так вернуть, если он качественный. С одной стороны, да, женщина поняла, говорит, спасибо, что разъяснили. Все. А некоторые потребители говорят, не удовлетворен. Татьяна Ивановна, а вот те случаи, где каждый считает себя правым, и потребитель, и продавец чаще всего приводят в суд, и следующим шагом является экспертиза, как понимаю. Все верно? Ну да, когда они пришли к соглашению, продавец и покупатель, обращение, прямая дорога, это либо в суд,
либо на экспертизу. Комитет судебных экспертиз по Гомельской области Республики Беларусь, ну, проводит данные экспертизы в рамках судебно-товароведческих экспертиз, автотовароведческих экспертиз, экономические проводятся экспертизы, экспертизы строительно-технические. Очень много обращений связано, как я уже выше говорила, с корпусной мебелью, очень много таких обращений, и швейные изделия заявляются на экспертизу со швейными изделиями, потом очень много экспертиз автотовароведческих, судебно-строительных экспертиз. Вопросы ставятся судом, вопросы, проводится оплата за экспертизу. Ну, вот чтобы зрителю было более понятно, что в конечном итоге дает решение эксперта и кто оплачивает издержки понесенные? Ну, в основном мы проводим экспертизы по определениям и постановлениям судебно-следственных органов. И кто будет оплачивать экспертизу, это уже решает суд. У нас прямо в определении прописано, что оплату возлагается на конкретную, либо на две стороны, либо на одну из сторон. Ну, и это уже гарантия того, что подтверждение, что данный товар там имеет, либо не имеет какой-то дефект. И уже для принятия в суде решения это, конечно, юридическую силу очень большую. Сергей Александрович, а как бы вы ответили на главный вопрос программы? Потребитель всегда прав? Я могу сказать, вот, очень такой щекотливый вопрос. Вот, в большинстве случаев да, но любой спор лучше решать мирно. Между потребителем, продавцом, изготовителем. Всегда лучше добиться какого-то консенсуса, прийти к какому-то знаменателю, не прибегая ни к экспертизам, ни к адвокатам. Вот. То есть всегда вы за это судебное просто урегулирование, в принципе, за что выступают, наверное, все собравшиеся. Да. Вот, когда стороны понимают, что называется, именно и осознают, чем для них может вылиться данный спор, то я думаю, всегда этот вопрос можно решить прямо на месте. Сколько сил, времени, трат может за собой повлечь? Ну, а если уже нет, то тогда прямая дорога к нам или вот в Общество защиты прав потребителей. Вы сталкивались с историями, когда приходилось защищать не потребителя, а продавца? Ведь, как понимаем, и такие существуют. Да, сталкивались с такими историями. Вот, была ситуация такая, что человек приобрел сельскохозяйственную технику, вот, оказал на этой сельскохозяйственной технике услуги населению, а потом решил вернуть данную сельскохозяйственную технику и забрать себе вот, деньги. Тяжелый был суд, честно говорю. Закончилось отказом от иска, вот, потому что был доказан тот факт, вот, что на самом деле человек приобретал, видел, что приобретал, видел все дефекты вот той техники, которую приобретал, согласился, получил за это очень большой еще подарок дополнительный к этой технике. И более того, был установлен факт о том, что он ею пользовался вот, по полной программе. То есть она выработала весь свой ресурс. А после этого человек решил ее вернуть. Но я считаю, это крайне неправильно, некрасиво, и такого не должно быть. Галина Николаевна, а вот как вот эти истории назвать, когда люди пользуются одеждой, а потом сдают ее под видом неношенной новой? Ну, мы говорим с вами о частности или об общей практике? О распространенных случаях. А я бы не стала мне так просто говорить, хочется, что это распространенные случаи. Александр, я прошу прощения. Не забывайте, я представляю сферу торговли. И я уверена, что буду смотреть и работники торговли эту передачу тоже. Так вот, я хочу сказать, что для торговли потребитель всегда прав. Потому что конфликт рождается там, где вторая сторона поддерживает конфликт. Человек пришел на эмоциях, что-то не понимает, что-то не нравится, кнопки не такие, цвет не такой, пахнет не так, и вообще все не то. Но мы видим, что это то, и оно соответствует заявленному требованию производителям, и мы должны спокойно потребителю объяснить, что вот это так, вот это так. А если мы не можем достучаться до сердца потребителей, так это двойка нам. Плохие мы работники торговли, плохие мы работники сферы обслуживания. Мы должны достучаться, не можем,
Уважаемый потребитель, напишите, пожалуйста, претензию в наш адрес либо в книгу замечаний и предложений, либо просто письменную претензию. Мы рассмотрим и дадим вам официальную нашу позицию, которую вы сможете обжаловать и в вышестоящую организацию, и в суде, и так далее. Поэтому, уважаемый, поэтому потребитель всегда прав. Галина Николаевна, вы замечательный дипломат. Спасибо вам за ответ. Сергей Александрович, вот все-таки, говоря про вторую сторону медали, вот у нас существует целая сеть обществ защиты потребителя. Как по-вашему, пора бы задуматься о создании общества защиты прав продавца? Или еще не так много случаев в стране, чтобы об этом думать? Ну, скажем так, скажу из своей практики. Такие случаи лично у меня были единичные. Точно так же, общаясь с коллегами, могу сказать, что точно так же были единичные. Но исхожу из того, раз есть общество защиты прав потребителя, то для равновесия должно быть и общество защиты продавца. Ну а прямо сейчас короткий блиц, полезный блиц. Быстрые вопросы, быстрые ответы. Предлагаю отвечать по кругу. Галина Николаевна, начнем с вас. Что делать, а если отказались предоставить книгу жалоб? И для потребителя, либо для гражданина это является принципиальным вопросом, что сегодня и сейчас мне нужна книга, вызывается служба милиции. Если потребитель или гражданин видит, что книга замечаний и предложений ему не выдается, но у него есть свидетель, ему достаточно обратиться в вышестоящую организацию, информация о которой находится на стенде для потребителей в том объекте... В каждой торговой точке. Абсолютно верно. В том объекте, куда он пришел, даже в государственном учреждении, не относящемся к сфере обслуживания. Двигаемся дальше. В какой срок должны дать ответ на обращение, Сергей Александрович? Согласно закону об обращении граждан, 15 дней в случае, если требуется дополнительная проверка до месяца. Это именно на обращение. Спасибо большое. Еще один вопрос. В какой срок можно вернуть купленную вещь? Людмила Ивановна. Вещь, не подошедшую по размеру, расцвету, фасону и так далее, можно вернуть. Это имеется в виду качественная вещь, не ношенная, не бывшая в употреблении. В течение 14 дней вы можете вернуть. Если товар некачественный, в течение гарантийного срока однозначно, после окончания гарантийного срока, либо если гарантийный срок не установлен, некачественный товар мы можем вернуть в течение 2 лет. Татьяна Ивановна, вопрос вам. Почему нужно не только брать, но и сохранять чек? Ну, это чек, это значит гарантия, твоя гарантия, гарантия того, что ты можешь в случае чего обратиться и отстоять свои права. И последний вопрос в этом блице. Галина Николаевна, как быть, если гарантийный срок еще не истек, а фирмы продавца уже нет? Но всегда есть поставщик и всегда есть изготовитель, информацию о котором необходимо указывать, и она указывается на потребительской упаковке. И поэтому потребитель, если товар у нас, будем говорить, гарантийный, но продавца уже нет, он ликвидирован, исключен из государственного регистра, соответственно, мы обращаемся либо к поставщику, либо к производителю. И вот чуть-чуть то, что касается нового в законе о защите прав потребителей. Не всегда страна происхождения соответствует адресу нахождения производства. И сейчас требование к составу информации, чтобы четко указывалось и страна происхождения, и адрес изготовителя. Это могут быть две разные. Будем двигаться постепенно к подведению итогов сегодняшнего разговора. Как по-вашему, как за последние 5-10 лет менялось сознание потребителя, наша правовая грамотность? Татьяна Ивановна, вот из вашего опыта, как считаете? Ну, я считаю, что потребитель стал более грамотным. Но я хочу сказать о том, что, чтобы люди знали, что все-таки проведение экспертизы, если доходит дело на экспертизу, это дополнительные материальные затраты. Потому что проведение экспертизы одним специалистом, как правило, не ограничивается. Очень часто приходится привлекать и специалистов, экспертов-компьютерщиков, экспертов-материаловедов, криминалистов. А это еще дополнительные расходы. Не всегда есть лаборатория непосредственно для того, чтобы проверить качество товара непосредственно в Гомеле, поэтому перенаправляется в Минск. Это еще дополнительные расходы. Поэтому человек, прежде чем он решился на экспертизу, он должен продумать. И, конечно, вот я тоже согласна с нашими гостями, что все-таки нужно решать все
Мирно. Да, решать все в мирном порядке, да, интеллигентно. Пришел, что-то не нравится, пишите заявление, ждите ответ. А уже когда за этот период уже обдумай, взвесь и подумай, нужна тебе экспертиза или не нужна. А мы, пожалуйста. Людмила Ивановна, возвращаясь все-таки к моему вопросу, вот как по-вашему, наша правовая грамотность как-то подтянулась в хорошем смысле слова? Нельзя ведь сказать, что гомельчане, жители области, пассивны в отстаивании своих прав? Нет, этого точно не скажешь, что они пассивны, очень даже активны. А увеличилось, не увеличилось, я возглавляю общество только 3 года, у меня опыта прошлых десятилетий нету. Сергей это управление торговлей. Как по-вашему, насколько повлиял на наше сознание потребительское интернет и телепрограммы? Ну, я могу сказать, где-то в положительном качестве, где-то в отрицательном качестве. С одной стороны, люди приходят за советом немного подготовленные. Да, так оно и есть. Но иногда то, что, скажем так, они слышат, не соответствует тому, что они хотели услышать. И очень часто, скажем так, разъяснив человеку все, что произошло, все последствия, все, ты слышишь такую фразу: «Я смотрел то-то, либо я читал там-то». А там вот говорят вот так. Вот. И на этом, в принципе, разговор заканчивается. Но если человек идет за помощью к юристу, то он должен быть настроен на то, что ему будет дана правовая консультация. Вот. И она не всегда такая, на которую, что он получит ту информацию, вот, которую он хочет услышать. Далеко это не так. Доверьтесь специалистам, говорят адвокаты. Галина Николаевна, вы убеждены, что все-таки жители региона стали более подкованными, не так ли? Ну, конечно. У нас наступила эра потребления, и потребители сталкиваются с вопросами защиты собственных прав. Что такое защита собственных прав? Защита собственного кошелька, защита собственного дома, защита собственной жизни, защита собственных детей, семьи и так далее, и так далее. А уже на сегодняшний день, вот даже смотрите, мы обсуждаем такие моменты, как экспертиза. Это очень тонкий момент. Раньше это слово практически для людей было непонятно. Сегодня люди интересуются этим вопросом. Сегодня люди все меньше и меньше боятся обращаться в суд. Людмила Ивановна говорит, что у нее много обращений. Почему? Потому что к ней пошли люди. Люди стали обращаться в общественные объединения. Люди стали обращаться к адвокатам. Соответственно, что? Люди знают, куда идти, и это уже признак грамотности. Вы сегодня говорили такое ужасное слово, как, ну, я его переведу как злоупотребление потребителей, да? А когда можно злоупотреблять? Когда ты знаешь, чем ты можешь употреблять. Ты знаешь, когда, в каком случае, при каких обстоятельствах, и как эти обстоятельства так разложить, чтобы можно было где-то там что-то ошибнуться. То есть это следующая ступенька потребительской поэтому эволюции. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день потребители стали более грамотны. Более того, люди стали проявлять сознательность, они иногда даже интересуются. Я планирую купить или там заказать, или воспользоваться такой-то, такой-то услугой. Что вы скажете об этом продавце? Ну, естественно, мы не можем знать всех, но открыв торговый реестр, мы можем помочь человеку сказать, да, официальный человек, официальная фирма, официально это. Ваша ситуация, главное, чтобы были оформлены такие документы. Ваша ситуация, главное сделать вот это. И не бойтесь, если произойдет вот это. То есть люди интересуются, это очень хорошо. Разве это не признак повышения грамотности? Желание быть грамотным – это уже признак грамотности. Уважаемые гости, и в завершении я хочу снова обратить ваше внимание на главный вопрос выпуска, на который попрошу каждого из вас коротко ответить. Татьяна Ивановна, потребитель всегда прав? Ну, будем считать, что он всегда прав. Но потребитель должен знать, что прежде чем что-то предпринять, нужно себя как-то обезопасить. Если ты только заказываешь дорогостоящую какое-то изделие, заключи какой-то договор, возьми чек. Это же элементарные вещи, это же нетрудно сделать. На которые, однако, скажем прямо, мы часто не всегда обращаем внимание должным образом. Да. Людмила Ивановна, потребитель всегда прав? Ну, говорят, что всегда прав, но не всегда знает свои права и обязанности перед продавцом. Поэтому, если вы не знаете, пожалуйста, дорогие потребители, звоните, всегда поможем и будем жить мирно с продавцами. Сергей Александрович, как по-вашему? В большинстве случаев прав, но злоупотреблять своими правами он не должен. Галина Николаевна. Потребитель всегда прав.
если руководствуется правами и обязанностями, предоставленными ему законодательством о защите прав потребителей. Что ж, учитесь на своих ошибках, если, конечно, получится. Это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи.